Первое крымское интернет-мультирадио. Двадцать часов 32 минуты. Добрый субботний вечер. Желает вам первая крымская интернет-мультирадиостанция CTFM. В студии прямого эфира DJ Alex. И сегодня отдуваюсь за всех. Но, может, тому есть причина: выпавший снег в Симферополе, которого, честно скажу, пока добирался, было очень много. Снег идет. Ну что ж, в Крым наконец-то пришла зима. Наконец-то зима. Ну что, хочется порадоваться на самом деле за замечательную зимнюю наконец-то погоду. Новый год не за горами, остался уже 19 дней. И Jingle Bells на CTFM. Ну а я еще раз напомню вам, друзья, что новогоднее настроение дарит вам CTFM в том числе. Happy New Year, CTFM, новогодний канал, 24 часа в сутки, новогодние хиты. Все это для вас. Happy New Year, CTFM. Не забывайте также о новом канале All Stars Now. CTFM, хиты 70-х, 80-х, 90-х. Из уст, в общем-то, исполнителей, которые долгое время молчали, а сейчас опять вышли на эстраду и поют для вас и только для вас. Ну а специально для CTFM, специально для вас, радиослушатели, канал Промо CTFM, 24 часа в сутки, музыкальные треки, записанные специально для CTFM, а молодые талантливые, можете туда попасть, достаточно прислать вашу музыкальную композицию в формате MP3, 256 килобит в секунду, и обязательным условием является так называемый ID, то есть специально для CTFM звучит моя композиция, присылаете это, и вы в эфире этого канала. Ну а по поводу жесткой ротации ваших музыкальных композиций, молодые талантливые, пишите ad@city.fm. Ну а я начинаю. В студии прямого эфира DJ Alex, номер ICQ неизменный 6673555, голосовой скайп-чат сети _FM, _Акроме. Я с радостью пообщаюсь с вами, а вот на какую тему сразу после Нового года на CTFM. Потап и Настя Каменский, Новый город на CTFM. Полетели! Ну, в смысле, погнали. Скоро Новый год, друзья. Неприличные ждут под елкой мандаринки. Мандаринки, мне так хорошо, аналогично. А Новый год от сосны мне оторви. Иголочку, иголочку. Гуляют Новый год пацаны всей страны и поют девчоночки. А ты мне в Новый год от сосны мне оторви. Все страны и поют девчоночки. Эх, переживем любой мы кризис. Мы кризис. Предложу избавиться от страха я. Выпьем мы за средний, за большой. И малый бизнес организмом музыку размаху я. Огонек под Новый год, он разный. Он разный. Для кого-то розовый и голубой. Для кого-то желто-синий. Для кого-то красный. Выбирай любой вместе с нами. А ты мне в Новый год от сосны мне оторви. Иголочку, иголочку. Гуляют Новый год пацаны всей страны и поют девчоночки. А ты мне в Новый год от сосны мне оторви. Иголочку, иголочку. Гуляют Новый год пацаны всей страны и поют девчоночки. От сосны мне, от сосны, от сосны, от сосны, от сосны мне, от сосны. Новый год от сосны мне, от сосны, девчоночки. А ты мне в Новый год вы от сосны, на City от сосны FM. Мне оторви иголочку. Иголочку. Гуляет Новый год.
Вот какой тайный Новый год Потапа и Насти Каменских на CTFM. Ну, на самом деле, тема сегодня такая же новогодняя, как и новогоднее настроение, которое, честно скажу, уже давно у меня завелось после сегодняшнего снега, выпавшего наконец-то в Крыму. Мы люди крымские, для нас снег это диковина, вау, снег. Ну, я в том плане, что, конечно, снег бывает, но не так часто, как хотелось бы. Вот именно поэтому новогоднюю тему я выбрал на сегодняшний эфир. Собственно, друзья, а готовы ли вы уже к Новому году? Купили ли вы подарки? Заготовили ли вы хоть что-нибудь? И вообще, в вашем доме или в вашем городе елка-то уже сверкает огнями? Вот именно по этому поводу будем сегодня общаться. Насколько вы готовы к Новому году? Да, нет, голосовой скайп-чат сети, подчеркни FM, подчеркни Краме. Голосовой скайп-чат сети, подчеркни FM, подчеркни Краме. Подчеркиваю это. Голосовой скайп-чат. А вот общаться текстом можно с помощью текстового чата на сайте CityFM, с помощью сайта ЯТВ текстового чата можно и там. Ну и, конечно же, RC-каналы rc.city.fm и rc.mgts.by. Это для жителей Белоруссии. Канал называется одинаково для всех. Решетка, поп-толк, подчеркни сити, подчеркни FM. Заходите туда, также с радостью с вами поговорю. Ну, собственно, в голосовом скайп-чате пока что еще вас не густо, друзья, хотя вы пишете. Мне тут заметили, у кого-то не работает новогодний канал. Ну, не знаю, в Белоруссии, возможно, и не работает, а вот у нас на самом деле все хорошо. В доказательство этому включаю непосредственно, что же звучит на новогоднем канале Happy New Year CTFM. На данный момент не может такого быть, чтобы он не работал, друзья. Вы в чем-то ошибаетесь. Вот буквально прямо сейчас и даже с по новым каналам Первой Крымской мультирадиостанции CTFM. Первый канал на связи — это Happy New Year CTFM. Вы слушаете Первое крымское онлайн-мультирадио. Just look at Frosty go. Over the hills of snow. Over the hills of snow. Over the hills of snow. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Но если не верите, включайте. Все звезды поют для вас на Happy New Year CTFM канале. Прям сию секунду. А следующий канал на связи это All Stars Now CTFM. Первое крымское онлайн-мультирадио. Это CTFM. Вот на данный момент начинает звучать Eminem непосредственно на All Stars Now CTFM канале. Ну а еще один замечательный канал — это промо CTFM, который уже начинает звучать на волнах CTFM Pop Talk канала. Motorola на данный момент на промо CTFM. Это CTFM. Thank you.
Хмельницьких презентує нова пісня «Агонія». Песня «Агония» была выбрана по многочисленным просьбам моих поклонников. Когда я захожу в интернет, я всегда вижу несколько десятков писем с просьбами о том, чтобы я выложил «Агонию» в интернет, скинул им как-нибудь по имейлу или что-нибудь, где-нибудь ее влил в интернет, для того, чтобы они могли ее послушать. Эта песня родилась прямо в студии. То есть я пришел в один из вечеров, пришел работать в студии над песнями и как-то случайно услышал краем уха одну музыку. Ну, и мне в голову пришла сразу мелодия, то есть такая вроде она простенькая, но западает как-то. Прем'єра від Макса Барських у нашому ефірі. Это Макс Барских, и сейчас вы слышите премьеру моей новой песни «Агония». Ну, не знаю, это так получилось. То есть я... Вот прямо сейчас на Poptool-канале Макс Барских «Агония». Ну, а всегда ее можно послушать на промо City FM. Макс Барских «Агония» новая на City FM. Макс Барских, премьера «Агония сердца». Все это для вас, уважаемые радиослушатели, на City FM, ну, на City FM Poptool канале. Сегодня вечером с вами DJ Алекс. Надеюсь, субботнее настроение вам уготовлено. Не забывайте два интересных фильма непосредственно на нашем канале по окончании эфира. Я бы сказал, фильма, так сказать, «Магия цифр». Фильм 2012 и фильм 12-12. 11, извиняюсь, 12. Еще 21-12. В общем, запутался я в этих фильмах. Ну, одна замечательная фантастика, другая не менее интересная фантастика. Будет ли это в 2012 году, узнаем в 2012 году. А на носу у нас, друзья, 2010 пока что год. Прошу прощения. И именно поэтому готовиться как-то кто-то должен. Ну, в смысле, мы готовимся всегда к новогодним праздникам. Готовы ли вы?
Именно на эту тему я сегодня готов с вами пообщаться. Номер ICQ 66-73-555. Ваши музыкальные приветы туда тоже шлите. Не забывайте о и РЦ-каналах, РЦ-СТФМ, поп-тол-канал, решеточка СТФМ. Там все пишите. Музыкальные композиции с большим удовольствием буду сегодня выполнять. Посмотрев на улицу в Симферополе, многие заметили снег. Кто-то остался дома, кто-то все-таки поехал на вечеринки в интересные крымские клубы. Всем, кто там, большой-большой привет. Знаю, слушают и, в смысле, перед тем, как туда поехать, они все-таки включили и послушали CTFM, а в одном клубе, точно уверен, слушают на данный момент. С большим удовольствием передаю в ту сторону привет двум диджеям CTFM, которые отдыхают в одном их хорошем клубе. Хочу вам пожелать, друзья, что, несмотря на снег, все равно хочется на море. По-любому, хочется на море, хочется тепла и солнца. Хотя, как у кого-то написано в статусе, чего-то хочется Нового года, сама не пойму чего. Скажи, плиз, май край сказал, что да, плиз. Непонятно, что май край. Ну, май край я скажу, конечно, господи. Никуда я не деваюсь с РЦ-каналов, друзья. Наконец-то в чате за целый месяц Веселов Александр. Добрый вечер, Беларуси в том числе. Екатерина его с этим и поздравляет. Екатерина, голосовой скайп-чат к вашим услугам. Включайте микрофоны, включайте скайп. И у кого нет скайпа, качайте с сайта www.city.fm. У кого нет винампа, там тоже можно его скачать. www.city.fm. Мы всегда вас посылаем на две буквы. А летом лучше всего слушать CTFM. Александр Киреев, море-море. Хочется вспомнить, что же было летом. Жарко было, хорошо. И с марта месяца CTFM в прямом эфире. А за окном зима, снежок, холодно. Привет, я Александр Киреев, и вы слушаете мою новую песню «Море-море» на city.fm. Он все решит за нас. Забежим в кафе с видом на любовь и твой случайный взгляд. Обожжет меня с головы до пят, но кто же виноват? Наверно. Море, 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 море. Роза, розовые зори. Ава, алые закаты. Что еще для счастья надо? Да, да, да. Море, 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 море. Роза, розовые зори, ала, алые закаты. Ну что еще для счастья надо? Ах, и не забыть первый поцелуй у берега мечты. Только я и ты, звуком тишины зажгутся все огни. Снова ты придешь, на рисунке дождь изменишь навсегда. И моя рука нежно так слегка обнимет вновь тебя. Наверно. Море, 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 море. Роза, розовые зори. Ава, алые закаты. Что еще для счастья надо? Да, да, да. Море, 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 море. Роза, розовые зори. Ава, алые закаты. Ну что еще для счастья надо? Сочи, Крым, Мальдивы, Ницца, регионы и столица. Все хотят купаться в море, вот их дело золотое. Солнце, пляж, коктейли, пальмы и курортные романы. Все готовы, кто со мною? Мы куда хотим? На море! Море, 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 море. Роза, розовые зори. Алые закаты. Что еще для счастья надо? Да, да, да. Море, 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 море. Роза, розовые зори. Алые закаты. Ну что еще для счастья надо? Надо, 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 надо. Надо, 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 надо.
Ну, в рифму добавлю, что еще для счастья надо? CTFM и реклама на CTFM. По поводу размещения рекламы пишите ad@city.fm. Реклама на CTFM. Погибшие придерживались календаря индейцев майя, согласно которому конец времен наступит 21 декабря 2012 года. Покайтесь, конец близок. Это просто невероятно. Я думал, у нас будет больше времени. Миру, каким мы его знаем, скоро придет конец. Начинается. О нем знали индейцы майя. И Библия. Это конец света, друзья мои. Йеллоустоунский парк только что превратился в крупнейший вулкан в мире. Папочка, что это было? Не смотри назад, смотри на меня. Вот я испуган. Ага. Надо прорваться в аэропорт. Ребята, смотрите. По многочисленным просьбам сегодня на City FM. Куда мы едем? Власти строят специальные корабли. В тот момент, когда мы перестанем друг за друга биться, мы лишимся того, что делает нас людьми. Не пропусти. Сегодня. 2012. Фильм «Призерки» на фестивале Санденс и Трайбека. Сэм Белл, Земле. На базе полный порядок. Конец связи. Все чики-пики, боже храни Америку. Луна, горнодобывающая база Сарэнг, команда один человек, продолжительность контракта 3 года. Доброе утро, Сэм. Постричь тебя. Lunar Industries по-прежнему остается ведущим поставщиком экологически чистой энергии в мире, благодаря прилежному труду таких сотрудников, как вы. Папочка, астронавт. 3 года, огромный пробел. Я знаю, что тебе одиноко, но очень тобой горжусь. Осталось 2 недели, Сэм. 2 недели, дружище, что не дождусь? Кажется, у нас проблемы. Схожу, проверю. Хорошо, Сэм. База Сарэнг. Потрясающе. Ради такого не жаль отстоять очередь. Нашел его снаружи. Кто это? Говори, кто это такой? Возможно, это игра твоего воображения. Умное кино не для всех. Что происходит? Откуда он взялся? И почему выглядит как я? Жемчужина жанра научной фантастики. Ты слишком долго здесь торчал, шарики за ролики зашли. 2 недели. Сэм Роквелл превзошел сам себя. Я не понимаю, что происходит. Я схожу с ума. Я хочу домой. Знаю, Сэм. Сегодня на City FM. Луна 2112. Фильм Данкана Джонса. Суперхіти для супервух. Moon Records презентує 14-та збірка серії «Музика Ру». Дискотека «Аварія».
горячий шоколад. Береги, береги мое сердце. Ани Лорак и Тимур Родригес. Не просто увлечение, ты важнее всего. Та інші супер у збірці Музика.ру. Випуск 14. Музика навіяна стихіями. Moon Records презентує. А мечтай о ней, може цвета. Александр Антимиров. Плаче моя душа. З новим альбомом «По вітрам». Ах, как хочется не морочиться по вітрам. Ковток свіжого повітря для цінителів у альбомі «По вітрам» від Олександра Антимирова. Вона не схожа ні на кого. Вона одиночка. Moon Records презентує. Лиш на радіо волна, і скільки зірок твоїх руках. Максим з новим альбомом «Одиночка». Я одиночка, листи, стебе, ревери, заходи, бери. Пісні для тих, хто вміє радіти життю. У альбомі Максим «Одиночка». Start.crimea.ua. Там, где начинается Крым. Первое крымское интернет-мультирадио. В Крыму уже практически 21 час, это пока что еще 20 часов 58 минут. Ну вот еще раз оговорюсь, тема сегодняшнего эфира и разговора, друзья, номер ICQ 667-3555, голосовой скайп-чат сети, подчеркни FM, подчеркни Крыме, забегайте туда, с радостью с вами поговорю в прямом эфире. На тему, а собственно, как вы готовитесь к Новому году, готовы ли вы вообще к Новому году? Если уже в вашем городе, стоит ли в вашем городе уже новогодняя елка на самой главной площади, догадайтесь, какой площади. Ленина, наверное. Ну а вот почитаю несколько советов, как готовиться к Новому году. Ведь 2010 год — это год, в котором огромное количество лунных всевозможных событий, ну, в частности, полнолуние 2 декабря, благоприятное время для приведения в порядок своей шевелюры. Говорят, будет очень хорошая стрижка, если постричься именно 2 декабря. А вот убывающая луна с 6 по 11 декабря также удачное время для заботы, в том числе своей шевелюры. Вечером 16 декабря с 15 часов по московскому времени мысленно представьте себя красивыми, сильными, здоровыми, удачливыми и благополучными. Это поможет достичь желаемого результата. Это так говорят астрологи, которые выяснили, что именно в 2010 году, во-первых, будет, значит, максимальная фаза лунных затмений. Причем будет оно непосредственно 20, с 22 часов 24 минут по московскому времени 31 декабря. Вот что самое интересное именно в этот Новый год. Во-первых, означает это только одно, что встреча Нового года нужно готовиться заблаговременно. В соответствии с канонами звездной науки, как говорят, в общем-то, астрологи. При молодой луне, они советуют, 17-18 декабря это будет проходить, очень полезно сделать питательные маски, это для женщин, вот, непосредственно. Даже пустое, в общем-то, подпиливание ногтей пилочкой, говорят вот астрологи, в том числе 18 декабря, заметно улучшит их состояние. А вот накануне Нового года, 30 декабря, при убывающей луне также благоприятное время для наведения порядка. Не только на голове, но и дома. Для нового, для дома, при, в общем-то, луне и полнолуние, для воздушных знаков 1, 2, 10, 11, 29, 30 декабря хорошо бы заняться мытьем деревянных полов, ну или какие-то линолеумных полов, какие, в общем-то, у вас дома есть. И это отменит, это, в общем-то, отнимет не меньше сил, чем как обычно, но это самое благоприятное время для уборки. А вот когда луна подойдет на убыль с 33 по 15 декабря, можно, не жалея сил приводить дом в порядок уже другим остальным знаком. Кошмар. Что читаю, сам не знаю. На 15 декабря можно назначить генеральную уборку. Так советуют астрологи именно перед встречей Нового года. Ну, это практически вот уже сейчас.
покупки предлагают, собственно, с 1 и 27 декабря лучше всего заняться покупкой фабричных пластиковых плюшевых тигров, Дедов Морозок, а также их новогодние свитеры. А самые творческие дни — это 4, 17, 21, 27 декабря лучше всего заняться самостоятельным изготовлением новогодних сувениров из цветов, бумаги, еловых и сосновых шишек, елочные мишуры и много чего другого. Но самые благоприятные дни, понятное дело, что декабрь — это месяц, когда все начинают упорно доделывать дела, которые не доделали на протяжении года. Так вот, астрологи советуют 1, 2, 10, 11 декабря — это самые оптимальные даты для переговоров по поводу проведения новогодней вечеринки, так что позаботьтесь об этом заранее. Следует не позднее 25 декабря созвониться с друзьями, также они советуют родственниками и знакомыми, и согласовать с ними важные детали новогодней ночи. При необходимости применить ранее составленные планы можно будет с 30 декабря с тем, где произойдет ваша новогодняя встреча, лучше всего определиться, в общем-то, 1 декабря, на самом деле, но уже прошло, уже надо уже, на самом деле, знать, где вы будете проводить Новый год, именно этим я сегодня интересуюсь. Ну, например, можно провести Новый год в теплых объятиях первой крымской интернет-мультирадиостанции CTFM на наших, в общем-то, интернет-радиоволнах, дабы новогоднее настроение улучшалось. Не забывайте, Happy New Year CTFM, новогодний канал, 24 часа в сутки для вас. Специально Анна CTFM, певица Максим, на радиоволнах в Крыму 21 час и 3 минуты. Жду вас с нетерпением, непосредственно, голосом в голосовом скайп-чате, и пообщаемся на тему, а готовы ли вы к встрече Нового года, что у вас заготовлено, купили ли вы уже подарки, нарядили ли вы в конце концов елку. Мы уже почти, в смысле скоро, нарядим. Первая крымская интернет-мультирадио. Вы на City FM. Я тебя никогда не забуду. Фразу смолчу до слез простую. Светом, что на губах, тонкой ладонью взмах, красным целую след до свидания. Я нарисую дождь и ветер. Пусть говорят, что нет на свете серых таких же глаз в белых моих стихах. Так не хватает слов на прощанье. И лишь на радиоволнах, эй, сколько звезд в твоих руках. Все твои игры на показ, ты моих совсем не стоишь фраз. Дарили листья просто так, ты навсегда теперь мой враг. И только по щеке мороз, ты моих совсем не стоишь слез. Тебя никогда не забуду. Пара слов не впопад и в стужу. Кутаясь в серых днях, все ведь за них отдаст. Та, что не любит дождь, за простуду. И лишь на радиоволнах, эй, сколько звезд в твоих руках. Все твои игры на показ, ты моих совсем не стоишь фраз. Горели листья просто так, ты навсегда теперь мой враг. И только по щеке мороз, ты моих совсем не стоишь слез.
игры на показ. Ты моих совсем, да, трек на память просто так. Ты навсегда теперь мой враг. И только по щеке мороз. Ты моих совсем не стоишь слез. Мак Сим на радиоволнах CTFM в студии прямого эфира DJ Alex. Ну а голосовой скайп-чат CT_FM_кроме уже включен. И я сегодня с радостью буду общаться с вами и задавать каверзные вопросы. Или вы можете мне задавать каверзные вопросы, в том числе и ваши музыкальные композиции номера CQ667355. А тема проста. Друзья, готовы ли вы уже к Новому году? Подготовились ли вы? Купили ли подарки? Стоит ли елка в вашем городе? Алло, алло, алло. Алие, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, с наступающими вас Новым годом. В Крыму сегодня выпал снег. И вот новогоднее настроение диджей Алекса захлестнуло сегодня. Ну, потому что, во-первых, я в студии сегодня один. В общем-то, непривычно. Но один, да. Ну, потому что снегом занесло всех остальных. Они поехали. Ну, занесло их, да. Вот. Именно сегодня я один, поэтому хочу узнать, а готовы ли вы, Алие, к примеру, к Новому году? Ну, еще не совсем. Еще не совсем, но уже готовитесь. Конечно. Ну, например? Ну, я просто еще не доехала до того места, где Новый год буду отмечать. Ну вот, кстати, по этому поводу несколько советов. Вот на самом деле, самое главное, это действительно определиться, в окружении кого бы вы хотели встретить Новый год. Будь то либо просто дома с родными, близкими, либо с друзьями. То ли у вас будет, в общем-то, много гостей, состоящих, собственно, из друзей и знакомых, то ли вы предпочтете свой семейный круг. Так или иначе, составьте список приглашенных и посчитайте количество людей, в смысле, сколько надо денег вот на это все вот выделить. Ладно. А то ж кризис. Ну да. Ну да. А далее советуют, собственно, через неделю, вот, ну, точнее, после этого составьте меню. Посчитайте примерную сумму, которая уйдет на продукты, определите комнату для празднования, поместятся ли вообще туда все эти гости, не будет ли вам тесно и нужно ли вам это вообще. Да, это, конечно, хороший совет. Нужно ли мне собирать столько народу? Ну, ну Новый год, веселье, это всегда хорошо, на самом деле. Новый год, куда же Новый год-то, вот, собственно? Вот мне бы хотелось с мамочкой отпраздновать Новый год. Я уже 2 года не праздную Новый год дома. Так, то есть далеко, то есть таки в Крым тянет, я так понял, Алия. Не совсем в Крым. Пока не туда. А куда? В Узбекистан. В Узбекистан, ну там тепло, там снега не бывает практически. Да как это не бывает? Бывает. Бывает? Да. Ну ты знаешь, я как крымчанин могу сказать, такой избалованный, мы теплой погодой, и вот как обычно сегодня, опа, и неожиданно снег так пошел вечерком, и все замело. Постоянно зимой снег бывает. Угу. Интересно, честно скажу, не знал, что вот вы. Вот, ну, хотя, с другой стороны, глобальное у нас что там, потепление, да, в Узбекистане поэтому снег выпадает. Наверное. Ну, вот про конференцию слышала про конференцию такую международную, что типа всех обманывают по поводу глобального потепления. На самом деле не потепление, а похолодание глобальное идет. Нет, не слышала пока еще. Это ученые тут собрались недавно на одной конференции и сказали: «У, все плохо, денег давайте». Вот, ну слушай, советы, дальше читаю советы, в общем-то, по поводу, как подготовиться к Новому году. Через неделю, короче говоря, можно подготовить гостевое, ну, в смысле, столы и стулья, то есть, если вообще, в принципе, так решила таки праздновать. Проверить ли, хватит ли у вас вообще, в принципе, стульев для приглашенных. Есть ли стол, вообще столовый прибор какие-то, что-нибудь в этом роде. Хватит ли фужеров, скатерти, там есть что-то там, разольют, и так далее, и так далее. Определить, вот, собственно, предлагаю еще столик для чаепития. Потому что, знаешь, когда выпьешь, потом тортик сладенький, потом где-то посидеть, послушать CTFM, например, за чашечкой кофе или чаю. Да, ты писал, что там CTFM послушать не получится. Как, там тоже нет интернета? Нет, там он есть, но там он такой долгий.
Ну, ты знаешь, для долгих, для долгого интернета, CTFM вещает в трех форматах. В общем-то, в самом, ну, на данный момент более распространенным и качественным — это 128 килобит в секунду. Надеюсь, понятно говорю сейчас с тобой. А 64 килобайта в секунду — это среднее качество. И вообще в очень низком качестве 32 килобита в секунду. Поверь мне, даже самый плохой интернет и даже мобильный интернет менее скоростной выдерживает, в общем-то, соединение на скорости 32 килобита в секунду. Там, правда, монокачество, не стерео, но этого достаточно для того, чтобы нас слышать, с нами общаться и, в общем-то, не покидать нашу радиостанцию даже туда, куда ты едешь встречать Новый год. Постараюсь, конечно, но вряд ли там это будет. Ну ты попробуй. Пусика Доллс. Постараюсь. Хаш-хаш на радиостанции CTFM для Алие от диджея Алекса. Сегодняшние практически такие предновогодние дни уже. В студии прямого эфира уже пора, на самом деле, ставить елку и наряжать ее. Произойдет это, наверное, на следующей неделе. Да, кстати, не пропустите новогодние интересные эфиры. Готовимся. Надеюсь, все получится, как обычно. Но, по крайней мере, не знаю, куда мы там будем ходить, где мы... Вообще, покажем ли мы вам крымский снег? Вот я с радостью, но холодно. Как-то дверцу открывать уже не хочется. Похолодало даже очень. Где-то порядка минус трех, и, учитывая влажность полуострова, холодно. И снежок такой конкретный идет сейчас за окном. Чувствую, завтра никуда ногой. Pussycat Dolls, хаш-хаш. Диджейская, кстати, версия для Алие из Российской Федерации. Алие у нас. Из города... Сейчас забываю, откуда все наши радиостанции. Воронеж! Из Воронежа, вот, из Воронежа. Алие, друзья, голосовой скайп-чат, сети подчеркни FM, подчеркни Краймея. Не комплексуйте, забегайте, поговорим голосом на тему, готовы ли вы к Новому году и вообще как готовиться к Новому году. Может, у кого-то интересные советы есть по этому поводу. Может, кто-то посоветует, какие подарки, кто кому дарил. Вообще, в принципе, с выбором подарков это всегда проблема. Так что забегайте. Номер ICQ 6673555. Голосовой скайп-чат, сети, подчеркни FM, подчеркни Крамея. Конечно же, РЦ-каналы не забывай, rc.sich.fm, rc.mgts.by. И вот, как кричит уже неоднократно, MyCry говорит, что к Новому году готов. Правда, как готов, так и не напишет. Или не написал, или не напишет. Кстати, представьте, если мужчина или женщина. Pussycat Dolls, хаш. There isn't anything for you to say, and my eyes hurt, hey, shiver. So look at me and listen to me.
Готовы ли вы к Новому году? Именно об этом сегодня разговариваем на City FM, на PopTool канале. В Крыму 21 час и 21 минута. За окном снегопад. В общем-то, Крым замело. Замело сегодняшним вечером. Чувствую, и завтра будет снежок идти. И наметет нам сугробов. Главное, чтобы они долго подержались в виде сугробов, а не так, как обычно, все это дело растает. И потом все это превратиться в такое некое такое противное, ужасное, вот, что обычно только доносит, только грязь разводит по всему Симферополю. Хочется все-таки, чтобы заморозец так все-таки вдарил, чтобы все было так хорошо, бело, красиво,
чтобы можно было выйти с фотоаппаратом, пофотографироваться на снегу. Алие. Да. Добрый вечер, кстати, Шизуку Тукашина. Большой привет Владимиру, у которого поломался микрофон. Большой привет от ОДСу. Маришка, добрый вечер. Гена, Эндрю66, Рус, Екатерина. Добрый. Всем вечер, кто находится в голосовом скайп-чате. Конечно же, большой привет и РЦ-каналу в Беларуси. rc.mgts.by, это так сервер называется. А канал называется так же, как и для всех. Решетка, поптолк, подчеркни сити, подчеркни FM. Не забываю, кстати, тоже и о чате на сайте ЯТВ. Поглядываю и на наш чат. Обязательно заходите в текстовые. С большим-большим удовольствием. Привет, Гру Алекс. Привет. Привет, Алие там. О, Алие там помогает, общаемся. Да, так, не... Не, ну а, это вы тут по поводу интернет-мобильного. Ну, тоже вариант. Не, ну почему, если мобильный интернет есть, то, думаю, не проблема на самом деле. При прослушивании сети FM 32 килобита, там всего полмегабита поток данных не так и много, в общем-то, сжирает. То есть, по крайней мере, можно послушать, лишний раз включиться и получить заряд хорошего настроения. Ну, так вот, тут мне задали вопрос, где я буду. Ну, я так частично ответил, все секреты не буду, в общем-то, разглашать, еще пока все это дело рано рассказывать все тайны сети FM. Друзья, ну, раз не хотите со мной общать или поломался микрофон, номер ICQ 66735555, ну, либо пишите в чатах, буду зачитывать ваши сообщения. Ну, вот, в частности, Майнкрафт. Собственно, я полностью готов, я мужчина, тебя и всех с наступающим, поздравьте тоже слушателей и телезрителей, конечно же, с наступающим Новым годом. Но я, на самом деле, хотел бы, на самом деле, получить ответ от вас, уважаемые радиослушатели, насколько вы готовы к празднованию Нового года, нарядили ли вы как минимум елку, например, уже, хотя многие наряжают, насколько я знаю, елку чуть ли не там за один день или вообще с 31 декабря. Алие, вот вы когда елку наряжаете? После 25 декабря. Где-то в районе 25 декабря. А ты знаешь, что есть занесено в книгу рекордов Гиннесса один интересный случай. Оказывается, один австралиец, ну что, собственно, там понятно, у них там снега практически не бывает, хотя вот, как показывает практика, снег у них таки иногда выпадает в Австралии, неожиданно. Так вот, один австралиец нарядил елку, ну, тоже примерно где-то в районе вот 25-27 декабря, и, собственно, пользовался ей, не разряжал ее целый год, аж до следующего года, и так на протяжении 5 лет у него дома стояла елка. И вот, вот такой вот интересный каверзный, я бы даже сказал, рекорд. То есть человек, который елку, в общем-то, никуда не девал на протяжении 5 лет. Так вот. Угу. Не год, а целый праздник, по-моему, у него был. Алло. Да. Но я хочу сказать, что снег есть, говорят, в Беларуси. Ага. Уже 3 дня снег лежит, красиво. Ну вот, наконец-то, и до Симферополя, до Крымского полуострова добрался снежок. Тоже, в общем-то, надеюсь, завтра уж выглянет, может быть, солнышко, и будет очень-очень красиво. Алия, а где вот вы сейчас находитесь? Снег уже давно выпал? Ну, у нас время от времени выпадает снег, но он сразу тает. Сегодня сразу тает. Сегодня несколько раз начинал сыпать. Сильно сыпал. Правда, я в это время только в окно смотрела, и дома сидела. Как только приглашался, я шла на занятия. Ну да, Владимир, да, ушел в запой, забыл, что елку выкинуть пора. Ну тоже вариант, может быть. А на радиостанции CTFM такой уникальный, я бы сказал, трек. Снегопад, если женщина просит. Хотя, с другой стороны, все, что вы попросите на данный момент, диджей Алекс с большим удовольствием выполнит в прямом эфире CTFM. Ну, в разумных пределах, конечно же. Номер ICQ 66735 66735555. Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, когда дорога
дороги заносит и грозит застелить надо мной небосвод. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина бросит бабье лето ее, торопиться не спеши. Не спеши, снегопад, я еще не готова. Ты еще не успел мою душу смутить, не излитую боль лебединого слова. Не тебе, а ему я хочу посвятить. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи в мою дверь, ворота не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит бабье лето ее, торопиться не спеши. Вы слушаете первую крымскую онлайн-радиостанцию CityFM. Поп-топ-канал. Я еще разобьюсь о твою неизбежность. Голубая метель запорошит мой дом. Я прошу, снегопад, не заснежь мою нежность. Не касайся любви леденящим крылом. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи в мою дверь, у ворот не кружи. Бабье лето ее, торопиться не спеши, торопиться не спеши, торопиться не спеши. Первое крымское интернет-мультирадио. Час 30 минут, снега под за окном, если диджей Алекс просит. Не, ну просил я снега, вот, пожалуйста, говорил недавно в эфире, что снега нету, вот, пожалуйста, напросил у Деда Мороза снега. Ну вот, по поводу, друзья, сегодня мы говорим о том, как же вы готовитесь к Новому году, готовы ли вы вообще к Новому году, и вообще, есть ли елка уже, стоит ли елка в вашем городе, где вы непосредственно находитесь. Голосовой скайп-чат сети, подчеркни FM, подчеркни Крайм, номер ICQ 6673555, РЦ-канал rc.city.fm, rc.mgts.by для жителей Белоруссии. Канал называется одинаково, решетка поптулк, подчеркни сити, подчеркни FM. Не забываем также о чате на сайте ЯТВ. Большой привет всем, кто чатится и на ЯТВ смотрит нас там через этот замечательный сервис. Ну и не забывайте о нашем текстовом чате на сайте CityFM, сети, подчеркни FM. Находите ссылочку на чат на страничке поптулк канала, там заходим в чат, так и написано. Заходите, регистрируйтесь, с большим удовольствием буду общаться с вами и там, и зачитывать ваши сообщения.
Алло, голосовому скайп-чату еще раз говорю, кто там находится. Ну, собственно, друзья, Маришка, Гена, Эндрю66, Ботинок. Здравствуйте, Ботинок. ОДС, Катя и Екатерина. И Катя, и Екатерина, и большой привет Владимиру, и, конечно же, Алие, которая не боится и разговаривает голосом в прямом эфире, и вы не бойтесь, друзья, я мягкий, пушистый, вот, практически, этот, новогодний зайчик. Алие, а вот в своем городе уже елку-то поставили? А я, честно говоря, не смотрела, у меня нет времени просто есть смотреть. Угу. Ну, приветствуем, кстати, тоже тезку Гру Алекса и в нашем голосовом чате. Если есть микрофон, включайте. Екатерина говорит, я не боюсь, я не знаю просто, что говорить. Екатерина, ну, как минимум, как готовишься к Новому году? В смысле, а может быть, уже подготовила к Новому году, закупили подарки? Какие подарки? Ну, если, правда, небольшой это секрет... Екатерина, добрый вечер, Симферополь. Алло, Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. Кстати, я так понял, одна из участниц Крымской красавицы. Так точно. Да. Ну, отвечу на этот вопрос, друзья, скоро в повторе, в видеотрансляции. Еще раз покажу вам, как это все происходило в Украинском театре. Ждем. Буквально-таки на днях, понедельник-вторник, уже DVD-версию этого замечательного шоу покажем вам обязательно в прямом эфире на CTFM. Для тех, кто пропустил, или кто-то, может быть, не... Ну, точнее говоря, так получалось, что интернет нас подводил в момент трансляции, поэтому от начала до конца, без каких-либо помех, надеемся, в этот раз у вас уже интернет не подведет. Можно будет еще раз посмотреть. Екатерина, сегодня мы, надеюсь, услышала тему разговора. Сегодня мы говорим, как вы готовитесь к Новому году. Готовы ли вы к нему? Слышала, да, тему, но пока оно... Блин. В общем, даже не задумывалась пока о нем. То есть пока еще нет, да? Да, работа... Навалилась работа, разгребалась. Да. Вот я ж про это и говорю, что такое впечатление. Зато потом-то пачка до Нового года, да, буду бежать за елкой, последнюю елку забирать. Если на это еще. Так, тут спасибо Веселову Александру за технические подробности. Ленчика, можете ли вы мне скинуть? Это вопрос к организаторам. Ну, начинается, как только опять я вспомню про крымских красавиц. Ну, мы только как бы такое связующее звено между крымскими красавицами и нашими радиослушателями в интернете. Друзья, в принципе, на самом деле, все вопросы к организаторам. Нам, на самом деле, как бы эксклюзивно это как бы предоставлено нам, поэтому... Посмотреть еще раз можно будет на нашем канале. Повторим это даже два раза. А вот что касается... Вы, кстати, можете и записать CTFM это, пожалуйста. Выложу это в интернет в плане в архивном качестве. Можно будет скачать и себе оставить. А в более хорошем качестве обращайтесь к организаторам, не к нам. Мы, в общем-то, не занимаемся тиражированием компакт-дисков. Вот. Алие, Екатерина, Владимир, Катя, Гру Алекс, вот такой вот вам вопросик. У вас елка, вы предпочитаете елку настоящую или уже все-таки как настоящие гринписовцы искусственной елкой пользуетесь? Искусственной. Алие искусственной. Настоящий. Екатерина, любишь настоящую елку, да? А как... Мне жалко их. Да, мне вот, мне, кстати, тоже жалко. Веточку, хотя бы веточку, чтобы был этот запах. Чтобы вот было, ну, самое новогоднее настроение. А подожди, ну запах можно еще этим дезодорантом создать. Нет, это не то, совсем не то, абсолютно. А от этого, от этой веточки, от этой елки такой свежесть какая-то. Ну, не знаю, я не могу передать вот этот запах, но совсем другие ощущения. Совершенно другие ощущения, когда слышишь новогодние бубенцы на радиостанции CTFM. Алексей Кортнев, бубенцы на CTFM. И желаю вам новогоднее настроение, но не прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. У меня еще много советов новогодних накопилось. И, кстати, не пропустите кино. Замечательные два фильма на CTFM. Какие, что, зачем, почему? Обязательно еще раз напомним вам в рекламном блоке. Так что подключайтесь и не переключайтесь. Далее больше.
вместе с ней, упавший как хача в объятия мои. Она в сугробе сгоряча призналась мне в любви. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. Для девушки коня спрягите в свой вазок, и с ней на всем скаку устройте легкий крах, пока она бежит в снегу, судьба у вас в руках. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. ТФМ. Ох, насколько весело мы встретим Новый год, на самом деле зависит от нас, говорят, в общем-то, и психологи, и астрологи, но вот и они же, кстати, поскольку предстоящий Новый год так, получается, совпадает с полнолунием, вот, затмением Луны он совпадает. Так вот, из-за совпадения новогодних торжеств с затмением Луны важно встретить Новый год возвышенно и благостно, без лишних криков и суеты, так советуют астрологи. Чем более домашней и доверительной будет обстановка вашего праздника, тем удачнее сложится следующий год. Где бы вы ни оказались в новогоднюю ночь, и какие бы сюрпризы вам не подбросила судьба, не забывайте, что в этот момент возможны любые чудеса. Избавление от застарелых хворей и обострения душевного покоя, соприкосновение с счастьем. Не пропустите этот момент в хрустальную ночь с появляющимся на пороге Новым годом. Сбываются заветные мечты, да, конечно, обязательно. И воплощаются все тайные желания. В общем-то, вы станете хозяином своей судьбы, если в 22 часа 20 минут по московскому времени попрощаетесь с уходящим годом и отпустите все скорби и печали. Простите друзьям вольные и невольные обиды. Если же в вашем часовом поясе к этому моменту уже наступит 2010 год, сделайте в это время небольшую паузу, чтобы невидимый добрый ангел успел прошептать каждому из вас свои наставления и пожелания. В полночь по местному времени, конечно же, нужно поднять бокалы и дружно сказать «С Новым годом! Мира, счастья всему этому, в общем-то, во всем мире», как это говорят крымские красавицы. Ну, вообще, на самом деле, этот год — это год белого тигра. Тигры, собственно. Это такой знак своеобразный. Что же он готовит нам? Об этом чуть позже. А голосовой скайп-чат сети _FM _Кроме, друзья, к вашим услугам. Пишут покричать. Да-да-да, кричат. Ага. Главное съесть горелую бумажку в шампанском. Это Груалик советует. А это что за интересный такой совет? Никогда не слышал, что нужно горяные бумажки в шампанском есть. Вот это ж невкусно будет вообще. Груалик, а к чему вот, объясните, раз говорить не можете, напишите, собственно, почему это нужно делать? Что это за такой интересный такие вот это, бумажку с желанием, в смысле, то есть на бумажке написать свое желание, сжечь ее, чтобы никто не увидел, и посолить этим шампанское. И что же получится? Пишут. Пожалуйста, Веселов Александр, я рад за тебя, что ты все наладил. Ага, ага, да-да-да, то есть я правильно, то есть бумажечка, жить и выпить. Не знаю, вкусно ли будет, правда. Екатерина, а ты уже пробовала сама это вот пользоваться этим советом? Нет, я просто хочу сказать кое-что насчет этой бумажки. Я знаю, да, что нужно сжечь, написать желание и сжечь.
эту бумажку, но ее нужно, не нужно выпивать, да, с шампанским, а ее нужно сжечь за вот эти 12, как объяснить? Ударов, ну, в общем, да, пока идет, ага. На Новый год, да, часы бьют 12 раз, да, ну, соответственно, да, 12 часов, и вот за эти вот 12 битов, так сказать, да, нужно сжечь эту бумажку, успеть. Интересные поверья, на самом деле. Друзья, аж какие у вас есть интересные рецепты? Кстати, кто-нибудь гадает перед Новым годом? Говорят, ну там, ух, начинается что-то. Ну, хотя гадают, на самом деле, на Рождество. Рождество потом у нас, в общем-то, будет. Но перед Новым годом, в основном, Екатерина, кстати, вот я так понял, все перед Новым годом дружно работать стали, особенно белорусы, я так понял. По отсутствующим белорусам в РЦ-канале, периодически приходящих, говорящих, ух, много работы навалило, как снега. Много работы, Екатерина. Ну да, очень много. А что ж так за целый год не наработались? Ну, отдыхали, отдыхали. То есть весело проводили время? Ну, да, чистого. Готовились к конкурсу, кстати. Ну да, но это благое дело. В продолжении эфира «Озон» на радиостанции CTFM для Екатерины из Симферополя, для крымской красавицы. В Крыму 21 час и 44 минуты. Ну, как говорится, вспомним то, что было. Птички поют лето, весна... А, точнее, птички поют весной, на самом деле, начинают петь. Ну, весна, на самом деле, не за горами, Екатерина. Каких-то 3 месяца и вперед. Știu doar felinarele, strunele amarele, ce oare au pierdut? Merg pe stradă fetele, fetele cochetele, mă privesc și-mi strigă în urmă. Ei, n-am răspuns la SMS! Despre scutește, doar dragostea, noaptea e mare, fără ea, ea cheamă, cheamă, pe altcineva, plinge chitara mea. Oh, știi de ce plâng chitarele, le-au rănit amintirile, tu iubire spune-le, ce-a fost nu s-a pierdut. Plâng chitarele când răsare soarele, cânte păsărelele despre durerea mea. Despre scutește doar dragostea, noaptea e mare, fără ea, ea cheamă, cheamă, pe altcineva, plânge chitara. Ce plâng chitarele, le-au rănit amintirile, tu iubire spune-le, ce-a fost nu s-a pierdut. Yeah.
проснутся, пердут. Реклама на City FM. Погибшие придерживались календаря индейцев майя, согласно которому конец времен наступит 21 декабря 2012 года. Покайтесь, конец близок. Это просто невероятно. Я думал, у нас будет больше времени. Миру, каким мы его знаем, скоро придет конец. Начинается. О нем знали индейцы майя. И Библия. Это конец света, друзья мои. Йеллоустоунский парк только что превратился в крупнейший вулкан в мире. Папочка, что это было? Не смотри назад, смотри на меня. Вот я испуган. Ага. Надо прорваться в аэропорт. Ребята, смотрите. Сегодня на Сити FM. Не пропусти. Куда мы едем? Власти строят специальные корабли. В тот момент, когда мы перестанем друг за друга биться, мы лишимся того, что делает нас людьми. По многочисленным просьбам. В 23:00. Две тысячи двенадцать. Фильм «Призерки» на фестивале Санденс и Трайбека. Сэм Белл, земле. На базе полный порядок. Конец связи. Все чики-пики, боже, храни Америку. Луна, горнодобывающая база Сарен, команда один человек, продолжительность контракта 3 года. Доброе утро, Сэм. Поздравить тебя. Lunar Industries по-прежнему остается ведущим поставщиком экологически чистой энергии в мире, благодаря прилежному труду таких сотрудников, как вы. Папочка, астронавт. 3 года — огромный пробел. Я знаю, что тебе одиноко, но очень тобой горжусь. Осталось 2 недели, Сэм. 2 недели, дружище, жду не дождусь. Кажется, у нас проблемы. Схожу, проверю. Хорошо, Сэм. Вы покидаете периметр базы Сарен. Потрясающе. Ради такого не жаль отстоять очередь. Нашел его снаружи. Кто это? Говори, кто это такой? Возможно, это игра твоего воображения. Умное кино не для всех. Что происходит? Откуда он взялся? И почему выглядит как я? Жемчужина жанра научной фантастики. Ты слишком долго здесь торчал. Шарики за ролики зашли. 2 недели. Сэм Роквелл превзошел сам себя. Я не понимаю, что происходит. Я схожу с ума. Я хочу домой. Знаю. Сегодня на Сити FM. Сразу после фильма 2012. Луна 2112. Фильм Данкана Джонса. Музыка новее на стихиями. Moon Records презентує. Я мечтаю о ней, может света. Александр Антимиров. Плачет моя душа. З новим альбомом «По вітрам». Ах, як хочеться не морочиться по вітрам. Ковток свіжого повітря для цінителів у альбомі «По вітрам» від Олександра Антімірова.
Вона не схожа ні на кого. Вона одиночка. Moon Records презентує. І лиш на радіо волна, і скільки зірок твоїх руках. Максим з новим альбомом «Одиночка». Одиночка, листи, пісні для тих, хто вміє радіти життю. У альбомі Максим «Одиночка». Moon Records презентує абсолютно новий альбом найхаризматичнішого співака на музичній сцені Григорія Лепса під назвою «Водопад». Це нетлінні пісні, які залишаться на довгі роки. Григорій Лепс, «Водопад». Moon Records. Нова музика щодня. Новості. Каталог сайтов. Інформаційна база. Об'явлення. Афиша Крыма. Все это и многое другое на интернет-портале start.krym.ua. Там, где начинается Крым. Телефон информационной службы 530-123. Вы настроились на city.fm.
время-то придет, время придет, конечно, новогодних праздников. И именно поэтому сегодня мы общаемся с вами. А готовы ли вы к Новому году, уважаемые радиослушатели? Что вы, в общем-то, предпочитаете готовить под Новый год? Нарядили ли вы елку? Горит ли она огоньками? И вообще, в вашем же городе уже поставили елку или нет? Ну, а о советах, как встречать 2010 год, год тигра, еще раз напомню, кто не расслышал, год белого тигра, я расскажу буквально в начале следующего часа. Осталась-то какая-то минутка на City FM. В Крыму 21 час 59 минут, а через минуту будет 22.00. Ну, собственно, 22.00 в Крыму. В студии прямого эфира для вас сегодня работает диджей Алекс один, потому что в Крыму, в общем-то, выпал снег, всех занесло, никто не успел добраться до студии прямого эфира. Но это ничего, зато есть интернет, и слава богу, работает без каких-либо замерзаний. Ну, отмечу, что, уважаемые радиослушатели, желающие, в общем-то, меня видеть, всегда заходите на сайт City FM, www.city.fm, на страничку Poptalk канала. Лучше всего нас смотреть с помощью Винампа. Нет Винампа, ну скачайте его, в конце концов, уже установите бесплатно это все. Голосовой скайп-чат для общения сети, подчеркни FM, подчеркни Краме, номер ICQ 667-3555, rc-каналы rc.city.fm, rc.mgts.by, это для жителей Беларуси, а вот канал называется у всех одинаковая решетка, поп-толк, подчеркни сити, подчеркни FM. Голосовой скайп-чат, добрый вечер еще раз, Екатерина, Гру Алекс и диджей Малоид, привет тебе! Не замерзли? Ты лицо попроще сделай. О, боже мой, какие люди. Владимир Гуров, ну, с тебя с днем рождения, еще раз. Да ладно, хватит мне уже поздравлять. Лед, что случилось? Почему один? Почему нам не позвонил? Так как-то замерзли все. Так ты звонил нам или не звонил? Это с Пумалова спроси. А, ну я у него спрошу. Мог бы позвонить, мы бы... Не, Володя, ничего страшного, не переживайте, я прекрасно провожу время с нашими уважаемыми радиослушателями. Екатерина, еще раз добрый вечер, Гру Алекс, Гена, Эндрю66Рус, Маришка, ОДС, Шизуку, Владимир, боже мой, вас сегодня много, и, конечно, не забываю про РС-каналы. В Белоруссии, правда, все почему-то работают. Майкрай, вот единственный, я так понял, Майкрай, он не работает сегодня, он отдыхает. Это я, в общем-то, и приветствую. Да, 22.00. Леша, что там насчет Нового года? Ну, он будет, Володя. Нет, я понимаю, что он будет. Что за вопрос был? Как елки наряжать? Белый тигр что-то я слышал. Не, мы сегодня разговариваем о том, готовы ли вы к Новому году. В смысле, готовы ли наши радиослушатели к Новому году. Вот ты готов, Володя, к Новому году вообще? Конечно. Ты уже подарки купил? Да, я даже купил новогодние игрушки, хочу тебе сказать, числа 15 января этого года, когда они стали уцененными в сельпо. То есть они, например, стоили 60 гривен, а 15 января они уже стоили 15 гривен. И причем все запакованные в бантики, то, что не успели продать. И вот совсем скоро я достану их, все эти красивые звездочки и шарики, и повешу на елку. Ну, я тут тоже собрался елку наряжать в студию прямого эфира. Вот ты когда елку, кстати, наряжаешь? Первый раз тебя вижу вот на картиночке здесь с компьютера. Так все время в студии, хорошо смотришься. Нормально. Симпатично, только головой не крути сильно. И четче говори, все будет хорошо. Спасибо, великий гуру. Да нет, я не великий. Леш, елку будем наряжать где-то перед 19-м, потому что 19-го число, это 19-е число, это Святой Николай. А, ну да-да-да-да-да, то есть на Святого Николая. А ты, кстати, знаешь,
Да, вот говорят, что Дед Мороз там в Лапландии, а ведь я тебе открою секрет, Дедушка Мороз, он немецкого происхождения. Его прародителем был злой солдат Гупрехт, которым немецкие мамы пугали своих детей. Кошмар. А со временем этот злой солдат Гупрехт, который жил в лесу, оброс бородой, борода стала белой, и он стал таким старым-старым, что уже перестал пугать детей, это легенда есть такая, а начал приносить им подарки и не заходить в дом, чтобы они пугались, а оставлять подарки в обуви детской, которая стояла у входа в дом. Ведь немцы всегда ставят у входа в дом такие там валенки, допустим, или сапожки какие-то детские, или ботиночки. И вот он в ботиночках этих детских оставлял подарочки деткам. Угу. Вот это вот такая легенда. Не Лапландии живет Дедушка Мороз, а он немецкого происхождения. Гупрехт звали солдата. Вот, это вот такая вот легенда. Интересно. Ну, я хочу тебе сказать, вот сейчас буду все, тоже сейчас буду рассказывать легенды. Итак, как я уже сказал, если кто не в курсе, то, в общем-то, предстоящий 2010 год — это год тигра, причем именно белого тигра по китайскому календарю. И вот тоже старинные легенды. В общем-то, старинная бирманская легенда говорит, что однажды буйвол победил в схватке тигра и посмеялся над ним. С тех пор тигр не выносит быков и коров. Поэтому, провожая 2009 год... То есть побелел, год, да? Да, побелел. То есть, провожая 2009 год, нельзя хвалить его. Зато вот новый 2010 год нужно встречать с уважением и надеждой, и призванием к тигру, и, собственно, тигру это будет по нраву. Тигр всегда идет вперед, презирают условности, иерархию и консерватизм, ума, прежде всего. Тигр — знак необыкновенного действия, неожиданных ситуаций и исключительной судьбы. В любом случае, год желтого металлического белого полосатого тигра — это год, странно, он желтый, ну, желто-металлический это по-китайскому, а по-восточному календарю белый тигр. Так вот, это год выдающихся личностей, битвы сильнейших человеческих амбиций, год достижений и испытаний на прочность всей жизни. В общем, тут столько много всего. Что то есть ты намекаешь на Сергея Петровича, который родился в год тигра? Ну, возможно, возможно. Я думаю, что у CTFM все еще впереди, в смысле впереди. Если Сергей Петрович это слышит, мы его от души поздравляем, что именно в год тигра родился, а не в год обезьяны, скажем. Ага, ну ладно. Так вот, Володя... Обезьяна-то как... хитрая. Ну, я не обезьяна. Что одеть, Алекс, в новогоднюю ночь? Что одеть в новогоднюю ночь? Смотри, в одежде желательно иметь что-то полосатое. То есть, если, в принципе, вы сидите в тюрьме и слушаете ZTFM, то вы практически обеспечены... Сами там сидите, сами сидите. От судьбы и от тюрьмы не зарекайся. Так вот, аксессуары и украшения рекомендуется подобрать из натуральных материалов, камней прежде всего. Хорошие металлические кольца, бусы, браслеты, серьги из золота, серебра, меди и платины, но не более двух различных металлов. Для одежды подойдут украшения из натуральных материалов, кожи, меха, хлопка, и, в общем-то, синтетика в том числе, но лучше всего натуральные материалы. Что нужно должно присутствовать на праздничном столе? Встречая 2010 год, астрологи советуют поставить на стол желтые, пурпурные или полосатые из двух цветов свечи. На стол нужно подавать мясо всех видов, для вегетарианцев соевые продукты и, в общем-то, другие какие-нибудь бобовые. Учитывая характер металлическую природу нынешнего тигра, неплохо приготовить мясо на шампурах, ну, в смысле шашлычки, или с помощью гриля. Гарнир можно готовить из картофеля, свеклы, моркови. На десерт поджаренный арахис, напитки желтых, красных и янтарных тонов. Особенно подойдут апельсиновые, мандариновые соки. Ну, собственно, это так уже, так сложилось. Новый год всегда так оно присутствует. Однако не стоит позволять себе и близким выпить по случаю праздника лишнюю рюмку, чтобы не стать похожим на заклятых врагов тигра, обезьян. На время торжеств музыкальный центр лучше включить. В смысле, выключить, извиняюсь. Нет, хотя я лучше говорю включить. Алекс, ты это читаешь или от себя говоришь? Гуров, ты читаешь это все. Да, а ты с умным лицом за ноутбуком тоже самое делаешь? Ну, так...
тогда попроще, мы так умничаем сидим. Ну я умничаю. Пусть тоже, считаешь, дай поумничать. Дай... Ну конечно я читаю, я умничаю и читаю. Ну потому что что, все запомнить, я ж не этот, не великий же ужасный, поэтому все нормально. Так вот, во время торжества музыку лучше приглушить, поскольку тигр, он спокойное животное, и предпочитает... Это ты на Сергея Петровича намекаешь? Ты что ты привязался к Сергею Петровичу-то, ну ё-моё. Он же тигр. Я про угощение, я про еду. А-а-а. Так вот, угощения должны быть разнообразными, чтобы дом в течение года был полной чашей. Стол лучше поставить на середину комнаты, а в центре стола должна быть металлическая ваза с желтыми фруктами. Вот так вот. А, ну вот как украсить дом к празднику, в преддвериях, правда, некоторые люди болеют сейчас опять по второму кругу. Я хочу пожелать, друзья, постарайтесь к Новому году все-таки выздороветь и встретить его на хорошей волне, например, на волне первой крымской интернет-мультирадиостанции CTFM. А, правильно. Володя, а что поднимает настроение? Что, вот что является вообще самым... Настроение не поднимают, а улучшают. Улучшает, извини. Ну хорошо, что улучшает настроение? Во-первых, настроение улучшится, когда люди будут смотреть, наши все дорогие радиослушатели, в монитор и видеть тебя такого вот радостного в новогоднюю ночь. И я надеюсь, что в новогоднюю ночь у тебя будет супер программа, потому что ты говорил, и ты об этом должен говорить, что ты приготовил такой-то сюрприз всем слушателям, потому что многие будут сидеть дома, не все пойдут в ресторан. Ты сам только что говорил, что вторая волна гриппа, будут сидеть дома, и чем смотреть телевизор, скажем, вот эти вот огоньки и сказки вот эти на новый манер, конечно, лучше послушать вот ту программу, которую ты готовишь. Ну, мы на самом деле не только это готовим, открывай, так, Гуров, не открывай всех секретов, а то будет неинтересно, это раз. Во-вторых... А ты сказал, что будет у твоей студии машина, и ты будешь прям вот к тем людям, которые тебе будут звонить, посылать своих корреспондентов с подарками Деда Мороза. Денег не хватит. Нет, ну Сергей Петрович спонсирует же. Ну это об этом лучше мы поговорим за эфиром. А в эфире на радиостанции CTFM операция Йо, Марли на CTFM. Супер, Алекс, ты супер. Но, друзья, не болейте, и если вдруг наконец-то в вашей аптеке появилась Марля, сходите, купите ее. Не пожалеете. А то ведь действительно зима, холода, одинокие дома. Вот лучше все-таки обезопасить себя. Марля на CTFM. Девчонки в маске, в повязках. Трудно в маске целоваться с Дашей и Раймашей. Я целуюсь без маски с красавицей Наташей. Я прошу прощения, а это не злая сказка? Проходите сюда, как ваше имя? Златоваска. Я доктор Зопыта, меня зовут Димон. А ну-ка, милая, я запишу на телефон. На руку мне ваши эти дислокации. Калифорния, лист, где нахожусь в центре локации. Я в метро спускаюсь, мне уступают место маску. Я не ношу, она пьет, если честно. Девочка, цыпочка, ой, какая куколка. Марлевая повязочка на пуфлике губань. Я уже к тебе иду, а ты замарлив толпу. Марля моя, мио, марля, how do you do? Шарфик, клеточку, в чашке микстура. Все симптомы простуды на лицо. Пил холодное пиццо, пацан, молодцом. Улицы заполонили люди в масках. Ни один не может жить без марлевой повязки. Марля нашу страну захватила. Так в чем же сила, брат? Марля вся сила. Все хотят ее больше, чем у нее. Старенькие дети, даже прапорщики, ё-моё. В магазине, в троллейбусе и в метро. Те, кто раньше спорили, ругались, закрыли рот. Чтобы хорошо все было, мойте руки с мылом. Занимайтесь спортом, пользуйтесь презервативом.
желаю, на самом деле, найти деньги не только на подарки, но и на украшения своего собственного дома, и на, собственно, праздничный ужин, и на многое-многое-многое чего другого. Найти денег, а вот как украсить свое замечательное жилище к празднику, вот такие советы дают астрологи на этот предстоящий 2010 год. Ну, как я уже сказал выше, это год тигра, по восточному или кондеру металлический, желтый тигр, ну, а по китайскому это у нас белый тигр. В убранстве комнаты, стола должны присутствовать вещи, понятное дело, из металла. Серебряные рюмки, окаймленные металлом, рог, украшения из металла, керамики. На елку хорошо сделать игрушки своими руками и загадать потаенные желания. Новогодние праздники — прекрасная возможность проявить свои таланты, друзья, как дизайнеров. Начать следует с коридора. То есть, как приходят в гости или кто-нибудь к вам придет домой в новогодние праздники, вот именно здесь вы будете встречать своих гостей, как обычно. И Деда Мороза со Снегурочкой, но это у кого как правда получится. Для украшения коридора подойдут крупные еловые ветки в большой напольной вазе, декоративные свечи, цветные шары, шутливая надпись встречающих гостей. Кухню также можно украсить пахучей еловой веткой, а в хлебницу или солонку привязать яркой атласной ленточкой. Чтобы придать помещению более праздничное настроение, украсьте его серпантином, воздушными шарами, елочными игрушками и многим-многим чем другим. Гроздья серпантина подвешивают к люстре, но только осторожно. Пожароопасность — это прежде всего. То есть, если люстра греется, лучше туда ничего не крепить, ничего не надо туда. Очень декоративно выглядят цветные надувные шары. Если их, собрав большой букет, подвесить под люстрой или прикрепить к стене на разной высоте. И хотя, конечно же, главное украшение квартиры — это нарядная елка. Ну, как я уже выяснил, многие предпочитают настоящие елки. Но вот голосовой скайп-чат, вот Серега Малой, Гуров, вы какую елку предпочитаете, настоящую или искусственную? Ель лучше намного. Но Малой предпочитает ель. То есть ты не гринписовец, не гринписовец. Почему? Я не такой сильный защитник природы. Природа дает нам дары. Мы кушаем, едим те же самые фрукты, овощи. Это тоже дает природа. И что, если ее беречь, это получается, мы умрем с голода? Не, ну почему? Ну, знаешь, тут сколько вот для города, хотя бы для Симферополя, который уже приближается к миллионному городу, вот сколько нужно вырастить ежегодно этих елок? И это все, Леш, потом... Ну, во-первых, для этого есть специальные структуры, которые каждый год выращивают и продают специально для этого праздника, именно для Нового года, эти самые елки. Это специально выращивают. А те, которые браконьерством занимаются, там рубят лес в неположенных местах, грубо говоря, это я не поддерживаю. А ты вообще сам готов к Новому году? Ты уже подготовился? Или готовишься? Знаешь, еще нет, просто времени не хватает. Работа. Вот правильно, вот как прям завтра в эфире расскажешь. Работа, учеба, работа, учеба. Вот завтра в эфире все мы расскажем, как мы работаем и учимся. Хорошо, да, друзья, не завтра в эфире, в общем-то, для вас это необычно, но так вот уже у нас складывается по воскресеньям в студии прямого эфира, как обычно, с 20.00 для вас диджей City FM, в частности, диджей Малой и диджей Алекс, встречайте. Ну а сегодня я отдуваюсь один, хотя спасибо, что забегаете в голосовой скайп-чат, коллеги, и добавляете голоса в прямой эфир. Но, причем раз. Причем разные, да, причем разные. Вот Екатерина отмалчивается. Екатерина, а украшаешь дом? Украшаешь дом перед новогодними праздниками? Друзья, а вот вы как поступаете? Номер ICQ 66735555, голосовой скайп-чат сети /FM/Крамия. Пишите. Алло, Екатерину! Да. Украшаешь дом в новогодние праздники? Да, конечно. А, ну... Есть какие-то интересные такие вот украшательства, которые, ну, точно ни у кого нет? Не знаю. Нет, наверное. Ну, может быть, придумываю. Но в основном не я придумываю. Угу. Украшения.
Ну, а я вот тут прочитаю еще очень интересный совет, что вот касабельно детей. Детям, в общем-то, можно предложить, по-моему, милую забаву, особенно для детей и их сердцу. Пусть разрисуют окна, например, стеклянные двери в вашем доме новогодними узорами. Например, акварельными или гуашными красками, которые прекрасно потом отмоются. Это для мам. Только сначала договоритесь с ними, чтобы они, в общем-то, рисовали только стекла, а не все вокруг. Да и краска, в общем-то, как вы сами понимаете, еще раз должна быть смывающаяся, акварельная или гуашья. Масляную вряд ли вы потом отскребете от стекла, поэтому обращаю на это внимание. Что рисовать? На самом деле, пусть лучше дети сами думают. Именно это советуют психологи. Представьте им свою собственную свободу. Пусть поглядывают. Ну, правда, поглядывайте время от времени. Мало ли что нарисует весело. Если на самом деле лучше считать, конечно, чтобы это была общая забава. Вы с детьми разрисовываете окна снежинками, всевозможными красивыми вещами. И на самом деле именно этим будут отличаться ваши окна, вашего дома, вашей квартиры. Очень выгодно будут смотреться на фоне серых, унылых квадратиков города. И чем-то будут отличаться. Кстати, вот интересный еще такой вот рецептик. Все, кстати, снежинки умеют делать? А? Голосовой скайп-чат. Снежинки все умеют делать? Я умею делать. Да-да-да. Умеете делать снежинки? Алло, алло. Снежинки умеете делать? Екатерина, Сережа, Груалекс. Я умею делать. Умеешь, снежинки. А ты знаешь, есть интересный вот рекорд тоже, книги рекордов Гиннесса, новогодние я сегодня вот читаю такие рекорды. Так вот, самую большую снежинку вот вырезали в Денвере, в Америке, в Соединенных Штатах. Ее размер в окружности, из бумаги, кстати, они это, ну, склеили, я так понял, из ватмана, куча листов. Так вот, и вырезали такую огромную снежинку. Так вот, в диаметре она была около 20 метров. Офигеть. Вот такая вот снежище такое вот. Правда, потом ее аккуратно разрезали на мелкие-мелкие снежинки и подарили всем участникам, которые принимали вот в процессе резания этой снежинки. Вот. На самом деле, говоря, снежинка красивая. Так вот, если в интернете поискать, можно найти вот эту самая большая снежинка. Представь себе, что будет, если она упадет на кого-нибудь. Ой, завалит. Но, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да, снегу башка. Ага. Так вот, честно скажу, и тут психологи вот отмечают, что на все вот это нужно время и много-много-много денег. Последнее время, кстати, так и выясняется, что на самом деле люди-то все деньги экономят к Новому году. Ты экономишь? У меня их нет. Ну тогда желаю тебе заработать миллион. На радиостанции CTFM Кука. Миллион. Я заработал миллион.
Темные сучки, но желаемый обман. Всегда носят каблуки, их добиться очень сложно. Но поверьте, все возможно, если шелестит карман. Я для тебя, из-за тебя на распродаже бился в драке. Поменял знак зодиака, был вес и стал водолей. Я для тебя, из-за тебя татуху сделал на запястье. Не хватало мне для счастья всего несколько нулей. В моей руке огромный лифчик, смотрите все, о, я счастливчик, да. Это не сон. В моей руке огромный лифчик, смотрите все, о, я счастливчик, я. Я заработал миллион, да, да. Я заработал миллион, да, да. На city.fm. Ну, главное, после того, как заработать этот миллион, потратить его с толком, чувствуем расстановкой. Ну, а отмечая Новый год, не забывайте о том, что все хорошо в меру на самом-то деле. И потом вот, чтобы не танцевать с лифчиком на столе или что-нибудь в этом роде, все должно быть в меру, все должно быть в меру. Большой привет МС Владимиру Гурову, диджея Малова и диджея Алекса, и просили хорошую новогоднюю песню. Ну, Джордж Майкл я уже столько раз пел Last Christmas, но я решил найти более живенькую версию. И, Володя, еще раз тебя с днем рождения и всех-всех-всех слушателей City FM с наступающим Новым годом и Рождеством, конечно. Ну и Святой Николай придет 19-го, как сказал МС Владимир Гуров. Так что ждите, ждите. Слушайте первое крымское онлайн-мультирадио. Это City FM. Still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been years.
все время задаюсь вопросом, почему же эта песня называется Last Christmas? Не последнее же Рождество празднуем, не последнее. Ну, дай бог, совсем не последнее. Ну, а City FM, конечно, желает вам встретить Новый год вместе с нашей телерадио-видеостанцией, если так можно выразиться. И в прямом эфире на City FM ваши любимые ведущие. Все это в новогодние дни, предновогодние дни. Не пропустите, ну и не пропустите также кино сегодняшним вечером. Их будет сегодня целых два. По многочисленным просьбам этот фильм будет 20-12. Очень-очень просили те, кто не успели посмотреть его на прошлой неделе. Всегда пожалуйста. Ну а еще, такой магия цифр на City FM, продолжаем фильм под названием 2112, Луна 2112, потрясающая фантастика на сегодняшний замечательный субботний, уже практически новогодний зимний вечер. Ну а хорошие новогодние фильмы, это все на со следующей недели в прямом эфире, точнее говоря, вечером после прямого эфира на City FM на Poptool канале. Так что подключайтесь и не переключайтесь, а в эти каналов нашей радиостанции целых 12, как месяцев. То есть выбирайте каждый месяц по каналу, включайтесь и слушайте. Вот прям как сейчас мы это и сделаем. Дальше по каналам первой крымской мультирадиостанции City FM. Далее Pop City FM — это первый канал на связи со студией прямого эфира Poptool канала. Лучшее новое. Именно под этим девизом Pop City FM на связи. That spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit. That lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Black Eyed Peas, Boom Boom Pow на Pop City FM. Именно прямо сейчас, сию секунду, обращаю внимание, все радиостанции в одном плейлисте. Давно уже собраны на наших страничках, на страницах нашей радиостанции. www.city.fm. На главной странице можно найти плейлист всех каналов первой крымской интернет-мультирадиостанции, в том числе и новых трех каналов, но о них чуть далее. Dance City FM, следующий канал на связи. Самая горячая музыка сегодня. Dance City FM. И вот что сейчас звучит на Dance City FM. Колбаса. Точнее, Депешмот на Dance City FM на данный момент. Ну а следующий канал на связи — это Rock City FM. Ну что, на единственном оставшемся в Украине рок-канале звучит Кейли Кларксон. Кларксон, извиняюсь.
Never Again. Келли Кларксон, Never Again на Rock City FM, а следующий канал на связи это RuCity FM, русская музыка из России с любовью. Крымское онлайн-мультирадио. Это City FM. Группа «Фабрика», «Любить так хочется» на Ру City FM канале, а следующий канал — это «Баллады City FM». Романтика, любовь — это все дарит вам «Баллады City FM». Специальный канал. Это City FM. Но это еще не все. По вопросам размещения рекламы на первой крымской мультирадиостанции всегда обращайтесь ad@city.fm. И, кстати, уважаемые рекламодатели, у нас действует специальное новогоднее предложение для вас. Пишите, пишите, обращайтесь, менеджер по рекламе с большим удовольствием ответит на все-все-все ваши вопросы. Ну а следующий канал на связи это Alt City FM. Все, что не вошло на Rock City FM канал, альтернативная музыка. Modest Mouse на данный момент на Alt City FM. Вот прям сию секунду. Вы настроились на City.fm. Ну а все, что рано или поздно прозвучит в радиоэфире, подлежит ремейкам. И именно на ремейк City FM собраны все известные музыкальные композиции. И все это на 24-часовом канале Remake City FM. Класс Мит Хэдуэй. Lady, don't hurt me. Это City FM. What is love? Headway с
старенький добренький Headway, ну а вот в ремиксе, в ремейках это все на ремейк City FM. А следующие новые каналы, которые пополнили, в общем-то, эти три месяца, это промо City FM на канал, на котором звучит музыка, написанная специально для City FM. И молодые талантливые, не забывайте о возможности звучать на этом канале. В горячую ротацию можно попасть через рекламный отдел ad@city.fm. А свои музыкальные композиции присылайте на info City FM в формате MP3. И не забудьте обязательно ID ваш, то есть я слушаю, моя музыкальная композиция специально для City FM. Вітання всім від групи Мандри. Запрошуємо у наш світ на радіо City FM. Птахом я лечу, де білі хмари, і кличу тебе. Сонце і гарячі хвилі вітру нас несуть на вільних крилах, тебе і мене. Ледь ти і не забувай, сонця розтопить лід, світ дивний безмежний рай, в морі гірки солоних сліз. Група Мандри на промо City FM. Sweet, так называется эта песенка замечательная, ну, мир в смысле, мир. Ну, а еще один канал, на котором действительно звучат мировые хиты в исполнении всех-всех-всех звезд прошлых лет, 70-х, 80-х, 80-х и 90-х, это All Stars Now, City FM. И все это, в общем-то, записано ими после долгого перерыва или просто без перерыва. И вот прямо сейчас они для вас и будут петь на канале All Stars Now. Вот что сейчас звучит на этом канале? Оу, Бритни Спирс, Break the Ice. Вы на City FM. Слушайте первое крымское онлайн-мультирадио. Это City FM. А вот эта музыка всегда будет звучать на Happy New Year City FM канале. И новогоднее настроение в ближайшие три месяца. Все это для вас, уважаемые радиослушатели. Happy New Year City FM. Обновляйте плейлисты, находите на эти три новых канала City FM, первой крымской мультирадиостанции, в нашем плеере на сайте. Но прежде всего, качественно слушать все-таки лучше в Винампе. Качайте бесплатно с www.city.fm. Happy New Year, City FM, на связи. Группа 98, This Gift. There's no one home. You're finally in my arms again. The night is silent and Christmas is here. Give to
Именно эти три новых музыкальных канала дарим вам в эти новогодние дни, друзья. Happy New Year, City FM, Old Stars Now, City FM и Promo City FM. Три новых канала. Обновляйте плейлисты, еще раз повторюсь. Ну, последние сводки, последние новости с улицы за окном. Минус 2 градуса, все в снегу, снежки лепятся, потрясающе. Ох, чувствую, завтра кто-то снежками будет баловаться на снегу. Главное, чтобы он не растаял до утра. В Крыму-то часто бывает. Ой, Гру Алекс, а у меня минус 16 за окном, да. Морозик, морозик. Екатеринбург, однако, Екатеринбург. Куда же, действительно, в Екатеринбурге-то уже давно зима, небось, пришла. А вот в Крым она пришла именно сегодня. Никуда от нее не денешься. Ну а никуда не денешься и от хорошего кино на радиостанции City FM в 23.00 не пропустите. А по поводу размещения рекламы на первой крымской мультирадиостанции City FM, уважаемые рекламодатели, обращайтесь ad@city.fm. Пишите на этот электронный ящик. Реклама далее. I'm down on my knees. There's no better time. It's something to last for as long as you live. Tonight I'm gonna give you all my heart can give. This gift tonight. I'm down on my knees. There's no better time. It's a реклама на City FM. Погибшие придерживались календаря индейцев майя, согласно которому конец времен наступит 21 декабря 2012 года. Покайтесь, конец близок. Это просто невероятно. Я думал, у нас будет больше времени. Миру, каким мы его знаем, скоро придет конец. Начинается. О нем знали индейцы майя. И Библия. Это конец света, друзья мои. Йеллоустоунский парк только что превратился в крупнейший вулкан в мире. Папочка, что это было? Не смотри назад, смотри на меня. Вот я испуган. Ага. Надо прорваться в аэропорт. Ребята, смотрите. По многочисленным просьбам. Сегодня на City FM. Не пропустите в 23.00. Куда мы едем? Власти строят специальные корабли. В тот момент, когда мы перестанем друг за друга биться, мы лишимся того, что делает нас людьми. Сегодня на City FM. 2012.
Фильм «Призерки» на фестивале Санденс и Трайбека. Сэм Белл, Земле. На базе полный порядок. Конец связи. Все чики-пики, боже храни Америку. Луна, горнодобывающая база Сарен, команда «Один человек», продолжительность контракта 3 года. Доброе утро, Сэм. Постричь тебя. Lunar Industries по-прежнему остается ведущим поставщиком экологически чистой энергии в мире, благодаря прилежному труду таких сотрудников, как вы. Папочка, астронавт. 3 года – огромный пробел. Я знаю, что тебе одиноко, но очень тобой горжусь. Осталось 2 недели, Сэм. 2 недели, дружище, жду не дождусь. Кажется, у нас проблемы. Схожу, проверю. Хорошо, Сэм. Вы покидаете периметр базы Саренко. Потрясающе. Ради такого не жаль отстоять очередь. Нашел его снаружи. Кто это? Говори, кто это такой? Возможно, это игра твоего воображения. Умное кино не для всех. Что происходит? Откуда он взялся? И почему выглядит как я? Жемчужина жанра научной фантастики. Ты слишком долго здесь торчал, шарики за ройки зашли. 2 недели. Сэм Роквелл превзошел сам себя. Я не понимаю, что происходит, я схожу с ума. Я хочу домой. Знаю. Не пропусти. Сегодня вечер на City FM. Луна 2112. Фильм Данкана Джонса. Суперхіти для супервух. Moon Records презентує 14-та збірка серії «Музика Ру». Дискотека «Аварія». Гарячий шоколад. Береги моє серце. Ані Лорак і Тимур Родрігес. Це не просто увлечення, ти важнее всього. Та інші супер у збірці «Музика.ру». Випуск 14. Вона не схожа ні на кого. Вона одиночка. Moon Records презентує. І лиш на радіо волнах, ей сколько звезд твоїх руках. Максим з новим альбомом «Одиночка». Одиночка, листи, стебери-бери-ти, заходи, бери. Пісні для тих, хто вміє радіти життю. У альбомі «Максим. Одиночка». Start.crimea.ua. Там, где начинается Крым. Первое крымское интернет-мультирадио. В Крыму 22 часа и 53 минуты. В студии прямого эфира для вас по-прежнему работает диджей Алекс. Друзья, действительно замечательные 2 фильма. Далее продолжит эфир. Ну а до этого все-таки... Как мы встречали Новый год и как к нему готовиться? Я думаю, что это еще не один вечер. Мы с вами поговорим и поможем вам, на самом деле, если кто-то вдруг не в курсе, как готовиться к Новому году. Может быть, стоит на самом деле об этом поговорить. Вот всю следующую неделю надеемся именно поднимать эти вопросы на City FM. Ну а завтра не пропустите в прямом эфире диджей Малой, диджей Алекс в воскресенье в 20.00. Замечательный воскресный эфир перед... практически последними рабочими неделями декабря, уходящего 2009 года. Дурной, честно скажу, год. Действительно, по-моему, не стоит его вспоминать, как советуют астрологи лишний раз. Ну, номер ICQ по-прежнему 66735555. И напоследок алло. Алло голосовому скайп-чату. Екатерина, я смотрю, трубочку подняла. Да. Да, Екатерин. Ну, что всегда желает Новый год? Желает, чтобы было лучше, чем в прошлом году было. Вот. Вот, однозначно. И я думаю, что всегда лучше именно этого и желать. Но я хочу пожелать только одно. Встречайте Новый год вместе с City FM. Не пожалеете. Все предновогодние дни. Подключайтесь, не отключайтесь. Наши координаты просты. www.city.fm. Если вас в этом году посылали на 3 буквы, в следующем году предлагаю посылать на 2. На www.city.fm.
хорошего настроения, хорошего киновечера далее на TTFM Pop Talk канале и прекрасного новогоднего настроения на Happy New Year, CTFM. Выбирайте любой из 12 каналов первой крымской мультирадиостанции и оставайтесь с нами. Большое спасибо Екатерине, Владимиру, Гру Алексу, Геннадию, Андрею66, Сереге, Сергею, диджей Малову и, конечно же, МС Владимиру Гурову и всем-всем-всем, кто находится по ту сторону в Беларуси. Майк Рай, тоже большое спасибо за активность и хорошие, интересные ссылочки. Ну а далее кино. Кино, кино, кино. А в завершении Новый год на радиостанции CTFM. Наш крымский певец Андрей Юрец. Новый год. Желаю всем далее хорошего настроения, новогоднего, конечно же, настроения. Снег выпал за окном-то, господи, в конце концов. Завтра играем в снежки. Вот, кто не спрятался, я не виноват. Всем пока-пока и не скучной ночи. Всех люблю, целую и обнимаю. Спасибо-спасибо, всем пока. До завтра! Бьет 12. Сегодня немного все дети. Каждый верит в чудеса. Посмотри, как ярко светят огни, что разрывают небеса. Новый год пусть вам счастье принесет. Новый взгляд лишь вперед. Новый день и новый час. Я поздравляю вас. Видишь, как снег кружится целую ночь. Сегодня не спится за столом. Собрались все дружно. Что еще для счастья нужно? Звон бокалов и смех искрится, а на связи вся столица. Поздравления льются всюду. Вот оно, 12 чудо! Новый год пусть вам счастье принесет. Новый взгляд лишь вперед, а не назад. Посмотри, какие все яркие, как спешат за своими подарками. Отключись от суеты, ведь сейчас сбываются мечты. Если хочешь ты проверить, то желание загадай. Просто в сказки нужно верить, и все сбудется, ты знай. Интернет-мультирадио. Это CTFM.